Приветствую вас, и с вами дядя Митя. И я сейчас буду показывать и тестировать свой самокат. Я тут купил, конечно, блин, на дворе зима. Я думал, сейчас будет март, сейчас будет классно, сейчас буду кататься, блин. А тут у нас, оказывается, не март, а зима, блин. Январь месяц, люди ходят, обращают на меня внимание. Ну давайте, чё? Давайте я вам поподробнее сейчас расскажу, что это за хренотень и стоит ли ее вообще покупать, для чего я ее купил. Давайте, пойдемте со мной. Подходим к самому главному, для чего мы тут собрались. Тест-драйв, тогда скажем. Тест-драйв супер-самоката Koga S2. Это вот, блин, как его заснять-то, я даже теперь и не знаю. Купил я его для себя родимого, конечно, чтобы кататься, получать удовольствие. Я, конечно, по дорогам не буду ездить, но, блин, это очень-очень страшно, блин. Я сейчас прокатился по парку туда-сюда, но вы посмотрите сейчас, как это все происходило. Довольно-таки страшно. Вон там техника стоит, я ее уже немножко усовершенствовал. Давайте я вам покажу, что я сделал для начала, да? И что нужно, ну, можно сделать, вам можете не делать. Это все именно только от вас зависит, от ваших, как бы, да, финансов и всего остального. Давайте посмотрим. Так. Первым делом я установил зеркало, не знаю для чего, такое чувство, вот я буду ездить по дорогам. Но зеркало я установил, теперь оно у меня есть, все, очень круто. Все, по зеркалу сказал, блин, это обычное, короче, велосипедное зеркало, оно становится нормально. И самое главное, конечно, то, что я еще поставил и не показал, это такие вот брызговички, да. Устанавливал я их долго. Очень муторно и нудно. Ну что сделаешь, установил, красиво теперь смотрится, зато теперь ни брызги не летят в мою сторону, ничего такого не происходит. И давайте я вам покажу то, что многие блогеры как бы не показывают, что с этим самокатом и как им управлять. Во-первых, многие не показывают то, что его можно настроить, да, по своему желанию и по своему хотению. Тут можно выбирать 3 скорости, да. Вы можете их установить как захотите, можете 100%, вот как я поставил. 100% режим у меня на третий, это как бы хардкор, когда уже, я не знаю, блин, пелены объелся, уже думаешь, а, все, я выйду сейчас, короче, гонять. А вторая скорость у меня идет 60%, да, и первая скорость 80%. Почему я поставил первую 80%? Потому что, когда включаешь самокат, он сразу запускается, да, на первой скорости. И поэтому, чтобы не перещелкивать, да, чтобы не мудить вот эту херню, короче, включил сразу и поехал. Во-вторых, я, конечно, поставил еще такую вещь, как гиростарт, да. Тут можно поставить 2 режима. Это когда вы отталкиваетесь ногой, да, и когда можете просто газ нажимать, и он едет. Тоже довольно-таки интересная функция. Все это я поставил, и сейчас я буду и вас учить, как это ставить, конечно. Вам же любопытно, да, ну, как тут что управлять. Можно также поставить здесь, он в километрах, можно в милях поставить. Ну и давайте я дисплей покажу цветной, да, так. Смотрите, можно вот такую меню настройку, вот эти кнопки нажимаете, да, левая, правая, у вас меню настройки появляется, да, здесь выбираете, это, по-моему, гиростарт, 0 это значит, он будет всегда у вас переть, один, короче, толчка. Вторая, не помню, что за херня, короче. Третья, это у нас радиус колес, восьмерка, это не трогайте, короче. Четвертая, это у нас километраж. Здесь 30 стоит, это как по заводу. Короче, это не трогайте тоже, все нормально, он километры считает. И смотрите, самое главное, то, что я понял для себя. Вы можете менять скорость, да. Это вот 80%, это вот первая моя передача, да. Вторая, 60 идет. А третья, 100. 100 мощность. Ну и все, тут больше остальное как бы вам не нужно. Что я могу сказать именно для себя? Для каких целей я покупал, да? Что мне именно нравится в этом самокате? Мне нравится, как он прет. Прет, ну, как зверь. Просто, блядь, страшно, ужасно, конечно. Летишь, как дурак, блин. А особенно сейчас еще зима, да? Как видите, да, у нас тут все-таки снег, март месяц. И никуда от этого не деться. Ну... На самом деле прикольная вещь, советую каждому покупать, особенно летом. Летом будет жарко, я так надеюсь все-таки. И стоит все-таки покататься, блин. Надо бросать все эти машины. И вообще сейчас электротранспорт на развитии на таком, то что мама не горюй. Короче, всем, кому понравилось мое видео, ставьте лайки. Сейчас я еще покатаюсь, проедусь по парку. Вы, конечно, подписывайтесь на меня и дальше...
будет только-только интересно. Не забывайте на меня подписываться. Меня зовут дядя Митя. Всем удачи и пока.